Приветствую вас. Мне кажется, что те ваши интересы, скажем так, та ваша модель отношений не совсем, не полностью защищает, ну, не полностью защищена, скажем так. То есть я имею в виду, что у вас хорошая позиция. Вы абсолютно правы в том, что не хотите быть там дуйной коровой и прочее, это верно. И не хотите, чтобы вас использовали, это тоже верно. Но вы не, как вот мне кажется, вы не в полной мере защищаете свои интересы. Вот я бы, наверное, так бы сказал. То есть мне кажется, что в полной мере свои интересы вы не защищаете. И это, вероятно, является основной вашей трудностью и сложностью. Потому что если бы вы свои интересы защищали, ну, может быть, как-то активнее, да? Вот. Может быть, если вы свои интересы защищали более интенсивно, на более ранних таких этапах, скажем так, вот, то возможно, этого бы не произошло. То, ну, того, что вы описываете. Поэтому идея здесь в какой-то степени проста. Продолжать отстаивать свои интересы, определив для себя возможно, оптимальный по цене последствий, объем последствий. Это было бы, мне кажется, более чем корректно с точки зрения с точки зрения терапии, с точки зрения психологии, вот. Потому что понятно, что если что-то пойдет не так, если человек, условно говоря, откажется, ну, откажется, например, делать то, что вы хотите, то, что вам хочется, вот, то в этой ситуации, при которой он отказывается, а вам, ну, придется столкнуться с последствиями окончания отношений. И дабы не скатываться в обвинение кого-то, с психологов, себя, своих родителей, кого-то еще, например, вот дабы этого не происходило, вот дабы таких моментов не происходило, ну, с вами, вот,
Важно как раз действовать вот в таком направлении. Мне же кажется, что вы несколько неуверенно поступили. Вот, мне кажется, что вы несколько неуверенно действовали по отношению к мужчине. Вот, ну, я не знаю, может быть, боялась его потерять, может быть, там еще какие-то моменты были. Так вот, понятно, сложно, ну, сложно сказать однозначно, но есть у меня вот такое ощущение, да, почему-то, что, ну вот, не слишком вы уверены были по отношению с ним. Вот, то есть как будто бы опереться на себя вам достаточно сложно, как будто бы опереться на свои вот ценности вам не так легко. Вот, хотя это же, да, это безусловно имеет определенные последствия. Вот, но именно последствия, как мне кажется, делают именно последствия делают наш выбор цен. Вот. Потому что если последствий нет, если они последствия не, ну, не проявляют себя никак, да, вот, то ценности нашего выбора тогда не существует, к сожалению. Вот, поэтому вам на это, мне кажется, нужно обратить свое внимание и подумать, как далеко вы готовы, там, условно, зайти, чтобы вот себя не предавать. Это очень важный момент, как мне кажется. Следующее. Значит, опять же, то, что вы хотите, может быть сколь угодно правильным, верным, корректным и прочее, прочее, но вы, коль забираете, условно, у мужчины ответственность, да, вот, а мне, ну, лично мне показалось, что вы забираете ответственность у мужчины. Я, понятное дело, что могу ошибаться, понятное дело, что могу быть неправ, понятное дело, что, может быть, вы со мной не согласны, это ваше исключительное право, я с вами не спорю. Но мне показалось, что у мужчины ответственность вы забрали. То есть в плане того, что вот, ну, что вы сами показали ему, что вы сами можете брать дело в свои руки. Как? Ну и в общем это вот в итоге привело к тому, что человек не захотел просто что-то делать. А зачем, если удобно и так? Вот. Знаете, какая-то штука. Поэтому момент здесь такой неоднозначный, крайне неоднозначный момент, крайне неоднозначный очень ситуация. Вот. Мне бы не хотелось эту ситуацию как-то, знаете, как-то, ну, с одной стороны, однобоко воспринимать, да, мне бы хотелось, наверное, более
более корректно, что ли, к ней относиться. Для этого нужно, чтобы вы опирались на себя и, опираясь на себя, уже оценивали то, что происходит, прислушиваясь к себе. Вот. Есть позиция, есть ваше представление, да? Вот. Ну, нужно это продвигать. Если это не продвигать, то какой от них тогда будет толк? Вот. Поэтому здесь, ну, ситуация вот такая, на мой взгляд, по крайней мере. С этим все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что мой ответ... надеюсь, что вы дадите обратную связь. По-моему, ответ это могло бы помочь вам начать работу над собой. Вот. Это могло бы помочь вам начать лучше себя понимать. Вот. Я вам желаю с своей стороны удачи. Я вам желаю с своей стороны обратиться к психологу и начать психотерапию.